Нужен ли Беларуси четвертый оператор мобильной связи? У оператора Белсел отобрали лицензию. Конечно, нужен. Почему? Ну, это конкуренция, это нормальные цены, в конце концов. А не с одной стороны диктовка, так сказать, от какого-то одного оператора. Нет, я считаю, что вполне достаточно трех. Я пользуюсь МТС, Вилком, пока не могу сказать конкретно. Я думаю, что два оператора достаточно. Ой, я плохо соображаю это. Я не знаю, что это такое даже. Чем больше операторов, тем, так сказать, меньше цены за них услуг. Ради бога. Если кто-то себя заявит и будет предоставлять качественные услуги по доступным ценам, то почему бы и нет? Не нужен. Почему? Ну, мне как бы не нужен это, мне один. Ну, всякий брат, это доброе. Доброе. Вельми доброе. Дрэнга это ничего не будет. А почему бы нет? Конечно, нужен. А чем больше операторов, тем больше возможностей, тем больше вариантов, тем интереснее жить. Мне МТС и Велкома хватает. Я так плохо разбираюсь в этих вопросах.